Друзья, всем привет! Посмотрите, какая красота! Не устаю любоваться я и прохожие. Проходят и любуются. У нас они не такие красивые, только один вот там красивый такой. И хризантемки мои начали бутониться. Не бутониться, а уже вот эти две цветут. Это вот тоже начинает раскрываться. А это вообще, вы посмотрите, какая! Листочков не видно. А вот этот почему-то никак не раскроется. Но тоже хорошо. Вот они, красоточки. Пойду сажать тюльпаны сегодня я. А вот и мои сентябринки. Мне кажется, они тут не такие яркие. Сегодня ветер, но погожий день. Вчера не было дождя, ночью не было дождя. И с утра вот сегодня нет дождя. Хороший день. Даже солнышко было. Сейчас за облаками солнце. Поэтому я думаю, надо пойти мне посадить мои тюльпанчики, чтобы весной они нас порадовали. Сейчас я буду этим делом заниматься. Вот сколько у меня тюльпанов. Это мне сестра дала в деревне. Это то, что я накопала. Вот недавно выкапывала, я их тоже посажу. И эта сестра дала в деревне. Так что я вот это все должна посадить. Тут все-таки не так уж их и мало. Пойду немножко порыхлю земельку. После дождей она так хорошо будет, мне кажется, разбиваться. Поэтому думаю, что я быстро посажу. Ну вот. По 8 штучек всего лишь разного получается сорта. 8 своих выкопанных. 8, я даже не знаю, какие вот эти. И 8 вот эти крупненькие. 24 штучки. И остались у меня вот эти типа деточек. Не деточек, конечно, но я их в другом месте посажу, может быть, где-нибудь разбросаю. Или впереди. Вот эти сейчас закопаю и впереди еще сделаю такой же рядочек. И посажу. Но вообще земля рыхлая, хорошая. Вот что значит дырички прошли. Прям красота. Я-то думала, мне не хватит, а мне на рядочек еще хватило. Смотрите, поблизости показываю, какие сентябриночки у меня, красоточки. Сейчас я обстригу эхинацею. И такое, что, блин, колокольчики все цветут. Вообще земля хорошая, возилась бы тут. Ну, грязновато, конечно. Но работать приятно, погода теплая, ветер, правда, дует, но все равно приятненько. Последние денечки теплые. Видите, листва как опала с деревьев вся практически. Вон только яблонька стоит. И вишенка, смотрите, какая зелененькая. Отдала вот женщине пеларгонию последнюю, которую выбросить хотела. Она говорит, я возьму. Да я говорю, да ради бога, берите. Короче, посадила я все. Пойду впереди дома, немножко постригу. А тут я все удалила лишнее. Больше ничего лишнего нет. По крайней мере, хризантемы пока цветут. А цветочек цветет. Это я не удаляю ничего. Взяла семечко. Одно единственное. Вот с этой голубой хосточки. Надеюсь, вызрело. И я их тогда посею. Ну и все на этом. Всем пока-пока и здоровья всем.